Дорогие друзья, мы идем дальше. Приглашаем бойцов высокой категории 77 килограмма. Бойцы представляют республику Узбекистан. Бойцовский клуб «Ташкент». Встречайте, Урдабаев Таурон. Бойцы представляют республику Кыргызстан. Бойцовский клуб «Карасов». Встречайте, Полотов Кудре. Итак, дорогие дамы и господа, еще раз напоминаю, это бой за чемпионский пояс Всемирной лиги FFC. Справа от меня боец представляет Республику Узбекистан, бойцовский клуб «Ташкент». Боец является кандидатом в мастера спорта по рукопашному бою. Тренируется под руководством Абдразака Дилмурада. Бойцу 23 года, рост 1,75 см, вес 77 кг. Встречайте, Урдабаев Таурон! Слева от меня красный угол. Боец представляет Республику Кыргызстан. Представляет бойцовский клуб «Карасу». У бойца 5 побед, 2 поражения. Бойцу 24 года, рост 1,80 м, вес 77 кг. По прозвищу Хан Кудрин Полотов. Бойцы на середину. Для вручения наград приглашается мастер спорта по кикбоксингу Турегон Остран. Итак, дорогие дамы и господа, в этом бою удушающим приемом победу одержал боец Красонна Кудре Полотов и становится чемпионом лиги Fight Fighting Championship.